Всем привет, меня зовут Юлия, и это обзор нового спецвыпуска журнала Passion Point du Croix Special Motif Floron. Это спецвыпуск, посвященный цветам, и здесь опубликованы схемы раритетных наборов DMC, которые уже давно не выпускаются. Первый сюжет — это Жибер Тире, я не знаю такого дизайнера, видимо, когда-то работал или работала с компанией DMC. Ну, вот такой немножко странный сэмплер. Называется алфавит с розами. Схемы, конечно же, есть, цветные, символьные. Следующий алфавит с розами. И это у нас Шарлот Ванье. И адаптация Моник Бонин. То есть Моник Бонин переделывала эту схему. Еще один простенький сэмплер, называется овощной сэмплер, овощной алфавит, и дизайнер Моник Бонин. Из овощей здесь морковка, вишни, ягоды. Шарлот Ванье, опять же в адаптации Моник Бонин, тоже цветочный алфавит. Старинный сэмплер. Дизайнер не указан, просто что DMC. Вышивала девочка в 18-19 веке. Так что да, сэмплер старинный. Это у нас Вероника Джанже, это я даже без подписи знаю. У DMC была серия вот таких интересных пиал с цветами. Это одна из них. И еще один популярный довольно-таки сюжет, он был одно время очень известен, тоже от компании DMC, и дизайнер Флоранс Дерсю. Вообще, я думала, что это Вероника Джанже, но нет. Это вот точно Вероника Джанже, серия с пиалами. И тоже Вероника Джанже, продолжение этой серии. Очень красивые. И еще одна. Это у нас Элен Любер. Тоже вижу без подписи, потому что ее знаменитый дробный бэк и цвета. Такие весенние цветы, первоцветы. Это у нас Моник Бонин. Красивый очень. Я такой не видела, кстати, раньше. И цвет основы очень красивый. Тоже очень популярный набор когда-то был. Это у нас Шарлот Ванье и адаптация Корин Лакруа с лавандой. Шикарный. Автор не указан, но могу предположить, что Вероник, очень похожа на ее стиль. Это что-то вообще из винтажа. А, это Шарлин Сегала, это французский дизайнер. Она сейчас в основном занимается разработкой схем для глади и аппликации. Это, видимо, вообще один из первых сюжетов ее. Тоже красивый сэмплер. Уголок природы называется. Я бы сказала, что это больше садика напоминает. Скамейка. Принадлежности для сада. Это Шарлот Ванье в адаптации Флоранс Левет. И тоже Флоранс Дерсю. Не знала такого дизайнера. А получается, что это как бы парная вышивка к пиале с вишнями. И тоже Флоранс Дерсю. Тоже парная. И последний сюжет в этом выпуске тоже Шарлин Сегала. И, видимо, тоже из первых дизайнов. Хорошенький. Здесь, так это называется, фрукты и цветы. Как раз весенний такой сюжет. Вот такой вот интересный выпуск с красивыми редкими сюжетами. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, что приглянулось. Спасибо за просмотр и всем пока!